Зашли в магазин с пневматическим пистолетом, хотели забрать деньги, не получилось, убежали. Чей пистолет? Друга. А кому вообще идея такая пришла? Мне. Как мне объяснили, что мои друзья, ну как знакомые, совершили разбой. Они меня просили в тот день, как бы выяснили, с сотрудниками подвести их и подождать. Они когда прибежали, я не знал, что они делали какие-то противоправные деяния. После выяснилось, что они подозреваются в разбое, и я как тоже подозреваюсь, как в своей части, я не знаю, что меня подозревают. С целью шутки над другом зашли в магазин, ничего не взяли, никому никакого вреда не принесли. Ушел с извинениями. То есть это была шутка, вы не собирались грабить? Я не собирался грабить.